Че, Джек, давай вперед. Тебе и догонять долго нас. Это уже много. Да. А? Да. У меня рукавички есть, подожди. Просто. Да, ну раз лыж нету, будем заезжать. Он бежит этот. Там есть дорога. Там дорога до делянки, нам до делянки надо. Ну мы эту дорогу чистили осенью. Там завал и все было, мы все убрали. Я здесь в прошлом году был посетитель. Тут главное начало, пеньки вот так торчат. Мы тут не чистили, потому что чтобы сильно не было видно дорогу. Езжай за мной, если что.
да, ставил на медведя вот весной. Медведь мимо прошел. Все лето потом стояла пустая. Ну, высохла, потому что привода. Здесь куница не ходит, да? Куница здесь, да. Интересно, конечно. Вот чужая собака, сыр куница не трогала. Пришла чужая собака и погрызла этот сыр. Ну, посмотрим все равно сейчас. Камеру сниму хоть. Домой отвезу просушить. Вот это из-за этого и сейчас и хочу проверить. Вот, считай, месяц морозы были. По 30-40-ку. А эти литий-ион какие? Аккумуляторы, прикинь. Держит. Держит. Литий-ион, который, как его? Витакала. Да-да. Прыгает туда-сюда, максимум половина. Ну, короче, пол заряда. Так, ты не помнишь, как у нее это? Все, меню? Да. Включил ее? А, все. Ой, мало, 15 сработок. И то собака вот сейчас наша. Это я, когда приходил месяц назад. Так, собака. Да, сотовый ловит, собака. Ну, он тут остался. А, это значит, он пока тут остался. 10 кадров, нет ничего. Вот это только чита. И это уже сейчас он сегодняшний. Да. Два кадра с куницей, наверное, есть и все. Мышку-то с такого расстояния не возьмет, а да, на объект, вот на трактор тогда. Синтек у меня мышку, этот, на приводу мышка бегает. Я думаю, что срабатывает? Не могу понять, что срабатывает? А потом этот, по три раза смотрю, как его. Потом мышка. Да. Че, Джек, кто-то сажал сыр нас. Ну все, пошли. А ты ничего не понес? Сегодня ничего нету, нету пока. Сейчас... До марта, наверное, пускай постоит. Ну, они накатали, конечно. Ну, вот. Ты, может, ты хотел туда съездить? Смотри, уже дорога готова. Она чуть-чуть сюда, потом вдоль идет, потом вот поворот туда есть, и там еще одна делянка. Но там все сейчас заросшее. Ну. Ну давай, поехали.
Я не пролез, ребята. Скоро батарейка сядет, так что пока снимает, буду снимать. Там придется пройти. Блин. Так. Я уже не пролажу. Блин, крепление камеры сломал, палку чуть не потерял. Блин, застрял там в дерево, уперся, там где первый раз. Аж выломал ее. Вот. А это-то сегодня кто-то, смотри, катался. Ну давай, поехали тогда сперва туда. Куда? Ну, куда к тебе надо.
кто-то костер делал, отдыхал. А здесь что, лежал? Не устал, малыш, а? Бегать за нами уже 15-20 километров бегает сегодня уже за нами.